Учебные заведения Самары включились в борьбу за звание лучших в городе в деле новогоднего оформления. В украшении участвуют целыми классами, задействован весь педагогический коллектив и активисты из числа родителей. В 47-й школе совместили новогоднюю тематику и космический дизайн, потому что наступающий год юбилейный. Вся страна будет отмечать 55-летие первого полета человека к звездам. Как удалось идею воплотить в жизнь, увидел Кирилл Козин. Космонавтика и Дед Мороз на первый взгляд вещи несовместимые. Так думала и второклассница Ульяна, пока родная школа не начала готовиться к Новому году. Ее класс отвечает за маленькие, но очень важные рукодельные предметы. Спутники, снежинки, фигурки обезьян и даже луноходы. Эту ракету сделала моя лучшая подруга. Я изображена вот здесь, а моя лучшая подруга вот. Она изобразила на этой ракете меня, ее саму и нашего классного руководителя Ляпину Веру Валерьевну. Школа номер 47 участвует в городском конкурсе на лучшее новогоднее оформление и подошла к вопросу серьезно. В работу были включены все дети, их учителя и добровольцы от родителей. Новый 2016 год для всей России, как и для Самары особенно, пройдет под знаком покорения космоса. Именно поэтому коллектив учеников, родителей и педагогов нашей школы приняли решение посвятить новогоднее убранство школы 55-летию первого полета в космос. Совместить образы Нового года и космонавтики оказалось возможным. Получившаяся эклектика радует глаз. А самое главное, практически все украшения сделаны руками школьников. Наши родители, наши дети самостоятельно выбирали, искали материалы. То есть все, что вы видите здесь, это все сделано их руками. И как бы дети очень активны были в данной работе, проявляли креативность и большой творческий интерес в потенциал. В городском конкурсе 47-я школа участвует 6 лет подряд. И в этом году коллектив настроен только на победу. К новогоднему конкурсу украшений школа номер 47 подготовилась на славу. Космическая тематика и Дед Мороз оказались очень даже совместимы. Но главное в таких мероприятиях не победа, а радость совместного творчества. Кирилл Козин, Андрей Авдеев, Новости губернии.